Мендит Кюнтай Эрмит, Улан Залатмир. Сегодня, 26 декабря 2021 года, ЗАРЫК, Общественный суд Калмыкии, проводит свое очередное заседание по теме рассмотрение дела председателя Верховного Совета Хакасии Штыгашева Владимира Николаевича по материалам его заявления в адрес калмыцкого народа. На заседании Верховного Совета Хакасии 29 января 2020 года. Представляю состав суда ЗАРЫК. Председательствующий Эрдиев Адучар Анкович, судьи Шевенов Николай Алексеевич, Даржиев Улан Викторович. Первое слово представляется общественному обвинителю, председателю Конгресса Айрат Калмыцкого народа Санжиеву Арслану Бамбаевичу. Пожалуйста. Как известно, этот человек, занимающий высокий официальный пост и свою нишу в вертикали российской власти, имел наглость и глупость заявить чудовищную клеветническую ложь о том, что в период Великой Отечественной войны, цитирую, не было ни одной калмыцкой семьи, которые бы не были каратели, и что калмыки уничтожили 160 тысяч человек в Ростовской области. Эта наглая провокация вызвала законное возмущение нашего народа, что вылилось в массовый митинг граждан Калмыкии на центральной площади у здания правительства республики. Заявление федеральной властной структуры, в органы прокуратуры, правопорядка и судебной инстанции о привлечении к уголовной ответственности гражданина Штыгашева. К сожалению, эти обращения остались без внимания, что однозначно свидетельствует об их позиции и об отношении к нашему народу, к нашей республике, к правде и справедливости. По моему мнению, это обстоятельство четко указывает на то, чью злую волю и чей преступный заказ покорно исполнил Владимир Штыгашев. Собственно говоря, можно расценивать этот факт, позорящий нынешнюю власть, как продолжение геноцида калмыцкого народа, как продолжение бесчеловечного акта депортации всех калмыков в Сибирь и северные районы страны, которая произошла 28 декабря 1943 года. Мы не должны и не будем мириться с разжиганием межнациональной ненависти и вражды, с фальсификацией истории Великой Отечественной войны. И сегодняшнее заседание ЗАРГА Общественного суда Калмыкии еще одно тому подтверждение. Владимир Штыгашев должен понести заслуженное наказание за содеянное, за ложь и клевету в адрес калмыцкого народа, за осквернение священной памяти всех ветеранов Великой Отечественной войны, уроженцев Республики Калмыкия и всех жертв политических репрессий, за разжигание межнациональной ненависти и вражды, за фальсификацию истории Великой Отечественной войны и за свое преступное деяние. Никто не забыт, ничто не забыто. Господин Штыгашев говорит, что не было ни одной калмыцкой семьи, где бы не было карателя. Господин Штыгашев очень неграмотный человек, потому что он, выполняя столь важное для кого-то поручение, не удосужился заглянуть в какие-то справочные материалы, исторические материалы, утверждение о том, что в корпусе было 15 тысяч человек. Но надо сказать, что наши ученые-историки скажут, что вообще-то калмыков-то воевало на фронте, нас мало. И он говорит, что 80 тысяч калмыков. Нас к 41 году было где-то 140 тысяч. Вот на фронте воевало 32 тысячи калмыков. Есть такой ученый, доктор исторических наук, Ачирев Уташ, значит, Борисович, у него эту цифру я и позаимствовал. Максимов Константин Николаевич, доктор исторических наук, тоже считает, что более 30 тысяч. Убушаев Владимир Бадахаевич точно так же. Вот у меня есть монография «Калмыцкая проза депортации. Некоторые аспекты концепции личности». Она филологическая, я кандидат филологических наук. Но первая глава, значит, здесь, она посвящена вот именно этой проблеме – участию калмыков истоком, причинам выселения. И вот здесь, ну, до этого мы статью опубликовали со своим сыном, она была опубликована в газете «Советская Калмыкия сегодня». Там, значит, мы выяснили все эти причины, об этом не будем говорить, а причина была одна. Причина была в том сталинском подходе к национальному вопросу, который считал достаточным для национальных меньшинств, создать культурную автономию. Во-вторых, была сугубо меркантильно-практичный рациональный подход. Почему?
потому что шла война, безусловно, страшная, кровавая. Все силы и ресурсы отдавались фронту, а тут нужно было поднимать с колен разрушенные фашистами. Гораздо было легче выслать их куда-нибудь, а на этих землях, значит, ничего нового и не создавать. Вот так решался национальный вопрос, значит, Калмыкии. Господин Астыгашев утверждает, что в Крыму зверствовали калмыки. Но надо заметить, что вот этот вот так называемый калмыцкий кавалерийский корпус, он никогда там в Крыму-то и не был. Поэтому вот такие вот передержки, откровенная ложь, циничная ложь, она свидетельствует о уровне ментальности этого человека. Я хочу здесь, мой отец воевал в Новосибирске, Новороссийске, 318-й горнострелковый орденов, ордена Суворова краснознаменной дивизии, вот, был депортирован в феврале месяце в Широклак. Есть пропавшие без вести, есть погибшие на фронте, есть награжденные. Ну вот, например, два брата моей мамы, Багликовы, один в гвардии старший лейтенант, командир гвардейского стрелкового, то есть кавалерийского эскадрона, защищал Москву, был ранен, лежал в Подольском госпитале. Когда я работал в Москве, я работал сам и искал документы о его, значит, нахождении. А затем, излечившись, он участвовал в Курской битве, был тяжело ранен в голову, потерял память, долго лежал в госпитале, выходила его санитарка, русская женщина. В 1944 году, после того, как его выписали из госпиталя, он вернулся на военную службу. Но контузия была, конечно же, тяжелая, сказывалась. И когда показывали вот фильм, значит, документальный, он увидел Гитлера и окружение его, вытащил свой пистолет и бросился на сцену. После этого его и комиссовали. А награжден орденом Отечественной войны. О нем писал Наран Уланович Илишкин. Здесь вот у меня есть, я взял некоторые, значит, свои газетные публикации, они все желтые от времени. Здесь есть еще фотография, которую опубликовал Наран Уланович Илишкин. Три офицера установлены на этом снимке. Четвертый офицер, кто он, спрашивает, известный журналист. Это мой дядя, вот Мацаков. То есть Багликов Мацак. Вот четвертый наш офицер, это калмык, мой дядя. Другой дядя, его старший брат моей мамы, на Кубани в 43-м году на фронте первым из ПТР, знаете, что такое ПТР, противотанковое ружье, подбил самолет «Юнкерс-88». За это был награжден орден Красной Звезды. Был скромный человек, но командиры и бойцы видели, что это он один вел, значит, огонь по самолетам, и ему дали орден Красной Звезды. После этого он участвовал в атаке, значит, в освобождении Керчи, там он, ему дали орден Славы третьей степени. Был огнеметчиком, а старшее поколение знает, что такое огнеметчик. Достаточно попасть в какому-то осколку, пробить этот ранец, и человек воспоминался. И нужно было, конечно, сжигать вражеские доты и укрепления с близкого расстояния. И вот когда его батальон бросился в атаку, немцы отбили, а они задержались на окраине. Ну и спрятались в подвале. Ночью они засекли немецкие огневые точки, а утром, днем, когда части наши бросились опять в атаку, они ползком подобрались к этим зотам, дотам и стали выжигать огнем фашистов. Вот за этот подвиг он получил орден Славы. И таких очень много случаев. И даже одному моему родственнику, двоюродному моему брату 25-го года, у нас разница в возрасте большая, почему? Потому что старшей сестре уже было достаточно лет. И вот этот Турунхай Ума, на фронте его звали Михаил, сержант, командир САУ, самоходно-артиллерийской установки, воевал в тяжелой артиллерии, артиллерийском дивизионе. Он дошел до Вены, был награжден орденом Отечественной войны, медалью за отвагу. Таких примеров много. Ну, вот 30 человек воевало, конечно же. При этом хочу подчеркнуть, что Штыгашев неоднократно говорил о том, что он якобы извинился за свои выступления, что его не так поняли, что его слова были вырваны из контекста. Но хочу подчеркнуть такую деталь, что в своем выступлении он привел конкретные цифры, конкретные факты. И как эти факты не вырывались из контекста, они эти цифры, цифрами и остаются.
Ну, например, процитировать такие слова. Цитирую дословное выступление Штыгашева. «Все мужское население калмыков воевало в составе кавалерийского добровольческого корпуса в составе фашистской армии. Корпус насчитывал около 15 тысяч бойцов кавалерии, пехоты и артиллерии. Члены этого корпуса ударили в тыл Красной армии, когда она истекала кровью под Сталинградом в 1942 году». Эти факты совершенно полностью не соответствуют действительности. Как уже говорил Николай Циренович, никакого корпуса не существовало. И эта часть, она именовалась как, по-немецки Штайн именовала «Фарбан» подразделение. Название «корпус» этой части придумал сам доктор Долл для того, чтобы ему присвоили звание генерала. На самом деле он корпусом не был, состоял максимальным своим количеством, состоял 24 эскадронов. Но в реальности даже эта цифра не существовала, поскольку несколько эскадронов отказались уходить вместе с Долем на запад, остались на территории Калмыкии, и потом после переговоров с органами НКВД большая часть из них просто была амнистирована и вернулась домой. Некоторые из них даже потом смогли призваться в армию и уйти на фронт. В Красную армию и уйти на фронт. Численность этого фарбанта никогда не превышала даже 2500 человек. И, то есть, 15 тысяч там не может идти речи, и они стояли только из кавалеристов. Там не было ни артиллерии, ни пехоты, ни каких-либо иных родов войск. Утверждается, что члены этого корпуса ударили в тыл Красной армии, когда она истекала кровью под Тальганом в 1942 году. Однако этот фарбан был сформирован летом 1943 года на территории Украины. То есть до этого периода этого фарбанта не существовало. Были отдельные эскадроны, которые воевали на территории Калмыкии, потом на территории Ставрополья, через территорию Ростовской области, и потом проследовали на Украину буквально в течение недели, отступая вместе с фашистскими войсками. То есть ни один из этих слов, которые привел господин Штыгашев, они даже близко не соответствуют действительности. То есть все, вот я процитировал три предложения или четыре предложения, они все полностью являются ложью. Дальше продолжаю выступление Штыгашева. Потом они уничтожили 200 тысяч советских граждан на территории СССР, уничтожали в корне партизанское движение в Крыму, маршрутистов улавливали. Ни одной нет семьи, где бы у фашистов кто-то не служил карателем. Отец, брат, сын, то есть каждой семье. Еще раз подчеркну, что согласно переписи 1939 года в Калмыкии проживало всего в отделении в Советском Союзе проживало 134 тысячи калмыков, включая тех, включая сад калмыков, тех, кто жил в Киргизии. И из них воинскую службу несли почти 26 тысяч калмыков, то есть почти каждый пятый. Это очень высокий процент мобилизации, который свидетельствует о том, что практически все калмыки, которые только могли быть призваны на фронт, они на фронт и были призваны. И даже с учетом того, что в 1944-1945 годах они на фронт не призывались, в силу того, что их уже выслали. Поэтому можем говорить о том, что среди калмыков на фронте служили практически все мужчины призывного возраста, также подростки от 15 до 17 лет, и были и пожилые люди до 55 лет включительно, а также более 700 девушек, которые служили в составе войск ПВО и военно-морского флота. Из этих 26 тысяч более 9 тысяч погибло или пропали без вести, более 8 тысяч получили тяжелые ранения. И из оставшихся 7 тысяч, 2 трети в 1944 году были сняты с Фараклака и отправлены в Сибирь. И только оставшаяся треть из этих 7 тысяч, она продолжила сражаться на фронтах и воевала до самой победы. Подчеркну такую деталь, что из этой трети, которая осталась, которая не смогла избежать снятия с фронтов, смогла избежать депортации, из этой оставшейся трети каждый 40-й рядовой или сержант калмык был награжден орденом славы, или каждый 40-й офицер он был награжден полководческим орденом, либо орденом Александра Невского, либо орденом Суворова, либо орденом Кутузова. Приведу следующее выступление Штыгашева. Значит, Штыгашев утверждает, что калмыки-коллаборационисты
жены детей их и дочерей насиловали, отрезали им груди и головы, уничтожили 160 тысяч, только в Ростовской области вырезали калмыки. Ну, это даже не ложь, это даже абсолютная неправда, я даже не знаю, откуда он взял такие цифры. Но хочу подчеркнуть, что еще в период войны, после освобождения оккупированных территорий, в каждом регионе, в каждой области, в каждом крае или республике создавался специальный орган, который назывался Чрезвычайная государственная комиссия по учету ущерба, причиненного оккупантами. И эта комиссия, которая работала в Ростовской области и пыталась определить нанесенный ущерб, в том числе определила количество погибших жителей. Так вот, по данным этой комиссии, за период оккупации Ростовской области погибло 46 тысяч мирных жителей, в том числе из них около 40 тысяч евреев, которых немцы казнили осенью 41 года в районе Таганрога и близлежащих территориях, порядка 10 тысяч человек. И в августе 42 года немцы казнили еще около 30 тысяч евреев на территории Ростовской области сразу после взятия Ростова и большей части, практически всей территории Ростовской области. И вот печально известная Змеевская балка, которая ныне является самым крупнейшим мемориалом, посвященным памяти Холокоста. Вот как раз в этой Змеевской балке в августе 42 года немцы уничтожили 27 тысяч евреев. Но при этом хочу подчеркнуть, что расстрелы евреев производились айнзацкомандами СС. И задолго до формирования этого Фербанта и калмыки в этих мероприятиях никакого участия не принимали. Вы все знаете, что наибольшее количество калмыков в период Великой Отечественной войны служило в составе 110-й калмыцкой кавалерийской дивизии крупного национального соединения. И единственный памятник, который есть, посвящен памяти воинам 110-й дивизии, он находится как раз на территории Ростовской области и возведен на деньги самих жителей Ростовской области, которые собрали эти средства и возвели этот памятник в благодарность воинам 110-й калмыцкой дивизии. Если бы вот все вот эти ужасы имели бы место, неужели бы ростовчане стали бы скидываться, отдавать собственные средства на возведение такого памятника? Наоборот, на территории Ростовской области по отношению к калмыкам всегда очень благожелательное и дружелюбное отношение. Поэтому утверждение Цыгашева о том, что калмыков выслали в Сибирь, чтобы их сохранить, их надо спрятать и подальше в Сибирь или Среднюю Азию, и их спрятали вот от гнева ростовских мужиков и донских казаков, на самом деле совершенно никак не соответствует действительности. Калмыки во время депортации и не прятались, и не отсиживали столу. Они оказались в тяжелейших условиях и массово умирали от голода и холода. Только в первые 4 года ссылки количество калмыков, согласно официальным подсчетам отдела спецпоселений ГУЛАГа НКВД СССР, сократилось на 1/3. То есть потери от депортации превысили многократно даже потери от оккупации и от боевых действий, которые нанесли фашисты калмыцкому народу. Ну, вам понятно, да, как бы калмыки имели в руках оружие, они боролись с этими фашистами, стреляли в них, как бы. А тут, получается, мирные жители, женщин, детей, стариков выслали в Сибирь, поставили жестокие нечеловеческие условия, вот эти которых калмыки постоянно вымирали. Вот в течение этих 4 лет среди калмыков смертность всегда превышала рождаемость. Только в 1949 году рождаемость чуть-чуть ненамного стала превышать. Смертность только с 1949 года, наконец, стала, положение калмыков стало, немножко стабилизировалось, и начался рост населения. Поэтому я хочу сказать, что вот такие оправдания, что калмыков пытались спасти, калмыков пытались спрятать, они совершенно не соответствуют действительности. И вот эти утверждения, они полная ложь, которые просто призваны оправдать сталинские преступления. И депортация калмыцкого народа, она не может быть ничем не оправдана, не
вообще ничем не может быть оправдана. Это страшная трагедия, которую мы все должны всегда помнить и всегда ее должны защищать. Я считаю, что в данном случае наш, как сказать, нас, калмыков, вот как лиц, как потомков, да, тех лиц, о ком речь, оскорбительную речь Стыгашева, да, на нас не распространяется правое поле, да, у нас нет прав защитить своих предков, защитить обруганное имя, да, и это делается в циничной форме. Ну, нам отказывают даже не в возбуждении уголовного дела по результатам процессуального, нам отказывают в проведении процессуальной проверки, то есть они вообще не имеют оснований для того, чтобы даже проверить его высказывание. Юридически это, ну, как вот на обычный язык перевести, это даже не плевок. Просто даже самого факта оскорбления не считает, нету. Есть ошибочные высказывания. Нет, ну подождите. Ошибочные высказывания должностного лица такого высокого уровня, да, на заседании органа законодательной власти, ну, они имеют совсем другую силу. Это я могу выйти там в очереди в магазине там свои высказывания высказать, там у меня могут быть ошибочные высказывания, да? А здесь совсем другая юридическая сила. Он публично это высказал. Он не лично кому-то это высказал. Это, тем более, это еще освещалось. А сейчас нам говорят, ну да, он ошибочно высказывал. Да? То есть самого факта основания для проведения процессуальной проверки. Ну, не знаю. Ну, с такой политикой двойных стандартов в отношении целого народа в многонациональной стране далеко не уйдешь. Это же оно все откладывается. Оно, как бы сказать, не только у нас, общественников, там, гражданских активистов. Многие просто они не высказывают свое мнение. Но это плевок на весь народ. Это осталось, и это будет резонировать дальше. Так вот, когда Ростов-на-Дону в июле 42-го был сдан, на самом деле он был сдан дважды, еще осенью 41-го года первый раз, военно-стратегическое значение вот этих железнодорожных перевозок очень сильно выросло. Дело в том, что с 17 века нефть и нефтепродукты Азербайджана, Чечены и Ингушетии составляли большую часть всесоюзного объема потребления и производства. А в период Великой Отечественной войны эта величина достигала 70%. То есть без тех нефти и нефтепродуктов, которые добывались и производились в Чечены и Ингушетии и Азербайджане, просто не ходили бы машины, танки, не летали бы самолеты. В 1941-1942 году на эту всенародную стройку были мобилизованы по объявленной всеобщей трудовой и гужевой повинности жители шести восточных улусов. Тогда именно так назывались районы улусы. Улусов Калмыкии, а их было 15 тысяч. Затем с 1942 по осень 1943 года в укреплении железнодорожного полотна и других работах по обустройству и достройке железной дороги участвовало еще около 10 тысяч человек, жителей не только восточных, но уже северных, центральных, западных улусов Калмыкии. Таким образом, всего в стройке за 2 года участвовало более 25 тысяч жителей Калмыкии. Трудоспособным населением, которое должно было внести эту трудовую повинность, объявлялись мужчины от 14 до 60 лет и женщины от 15 до 55 лет. Работали старики, женщины и дети,
потому что подавляющая часть была мобилизована на фронт. И тут я должен обратить внимание наших слушателей и вас, уважаемые судьи, на то, что Калмыкия и калмыцкий народ входили в число буквально двух-трех народов, которые дали наивысший процент мобилизации мужского населения на фронты этой войны. То есть наш народ дал фронту максимум, подавляющее большинство мужчин трудоспособного возраста. То есть от 18, я знаю по документам, воевали даже мужчины, которым было под 60. Причем они шли добровольцем. От привлечения к трудовой повинности освобождались инвалиды войны и труда первой и второй групп, женщин, имеющих грудных детей. Но на самом деле вот в строительстве этой железной дороги участвовали женщины, у которых были маленькие дети дошкольного возраста. В общем, фактически использовался при строительстве этой дороги труд детей 11-13 лет и даже младше, а также пожилых людей старше 60 и даже были 70-летние. Ну, как я уже сказал, многие матери были вынуждены из дома брать с собой маленьких детей, едва ли не грудных, потому что их просто не с кем было оставить дома. Дети работали на строительстве железной дороги погонщиками, погонщиками гужевых подвод, пастухами рабочего скота, сторожами, доставщиками воды на трассу и так далее. В случае уклонения от трудовой повинности виновные подвергались штрафам до 3000 рублей, а также уголовному преследованию по статье Уголовного кодекса 26 года, а это лишение свободы на срок не ниже 6 месяцев с повышением при особо отягчающих обстоятельствах, вплоть до высшей меры социальной защиты, то есть расстрела с конфискацией имущества. Но ни одного жителя Калмыкии, который бы подверглись уголовному наказанию за вот это уклонение, не было. То есть жители Калмыкии, это не только калмыки, это и русские, украинцы, добросовестно строили, участвовали в этой дороге. Это были в основном колхозники, жители хатонов, работники колхозов, совхозов Калмыкии. И эти колхозы, совхозы сами обеспечивали строителей жильем, питанием, рабочим скотом, подводами, инструментами, инвентарем и так далее на весь период строительства. Люди приезжали туда вахтовым методом, допустим, на 3 недели, на месяц, и работали бесплатно, то есть зарплату им не платили. Причем по воспоминаниям участников строительства, люди работали по 13-15 часов ежедневно, без всяких выходных и вне зависимости от погоды. То есть в самые сильные морозы при нашем калмыцком пронизывающем ветре, в метель, в бураны, в нашу летнюю 40-градусную жару, песчаные бури, при том скудном питании, которое колхозы своим работникам давали, без всяких дорожных механизмов и спецодежды, женщины, старики, дети вручную долбили мерзлую или каменистую порой землю. Причем тем инструментом, который опять же эти колхозы, совхозы, а иногда сами наши жители покупали за свой счет, то есть кайлом, ломом, киркой, лопатой и так далее. Ну, в общем, детали я, конечно, не буду все упоминать о том, как возводилось это земляное полотно, как испытывали на себе постоянные бомбардировки и обстрелы от немецкой авиации, которые действовали с нескольких аэродромов. И при этом некоторые наши соплеменники, жители Калмыкии, передовики, стахановцы, в кавычках,
умудрялись выполнять нормы дневной выработки на 150-300%. К железной дороге с августа до конца 1942 года были нередки прорывы танковых, мотоциклетных, десантных и диверсионных групп. В течение второго полугодия 1942 года ее обороняли несколько воинских частей соединений, в том числе наша 110-я калмыцкая КАВ-дивизия, которая была переформирована после разгрома под Доном. В начале сентября 1942 года по приказу командующего фронтом наша дивизия под командованием Хомутникова совершила форсированный многосоткилометровый переход по пустынной местности от Моздока до станции Уланхол Зинзели. Об этом написано во многих книгах и воспоминаниях. Вердикт. Заргы, общественного суда Калмыкии. Город Элиста, 26 декабря 2021 года. Рассмотрев в открытом заседании Заргы, общественного суда Калмыкии, дело председателя Верховного Совета Хакасии Штыгашева Владимира Николаевича по материалам его заявления в адрес калмыцкого народа на заседании Верховного Совета Хакасии 29 января 2020 года, выслушав общественных обвинителей, свидетелей, изучив все материалы по данному делу, ЗАРГЫ, общественный суд Калмыкии, установил. Гражданин Штыгашев Владимир Николаевич 29 января 2020 года с государственной трибуны парламента Верховного Совета Хакасии выступил с заявлением в адрес калмыцкого народа. В своем выступлении Штыгашев фактически оправдал депортацию калмыцкого народа, совершенную 28 декабря 1943 года, и гибель десятки тысяч невинных жертв нашего народа. Также в своем выступлении Штыгашев оскорбил память всех ветеранов Великой Отечественной войны калмыцкой национальности, назвав их предателями. Штыгашев, гражданин Штыгашев, своим преступным клеветническим заявлением оскорбил весь калмыцкий народ, тем самым посеял ненависть и вражду против нашего народа. Преступное деяние Штыгашевым было совершено с прямым умыслом, с высокой государственной трибуны, с целью унизить достоинство нашего народа и возбудить вражду и ненависть к калмыцкому народу по признаку расы, национальности и языка с использованием своего служебного положения. Совершенное деяние Владимира Штыгашева подпадает под статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Также в соответствии со статьей 1 Федерального закона о противодействии экстремистской деятельности, под экстремистской деятельностью понимается насильственные изменения основ конституционного строя и нарушение территориальной целостности Российской Федерации, публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность, возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, совершение преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Совершенно очевидно, что подобные высказывания, которые допустил Штыгашев, нарушают Конституцию Российской Федерации, подрывают конституционный строй, межнациональный мир и спокойствие, сеет раздор между нациями, народами и регионами Российской Федерации, что недопустимо в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране. На основании изложенного ЗАРГЫ Общественный суд Калмыкии выносит вердикт. Гражданина Штыгашева Владимира Николаевича признать виновным в совершении преступления в отношении калмыцкого народа, в оскорблении и унижении чести и достоинства нашего калмыцкого народа. Первое. Преступные деяния гражданина Штыгашева осуждено калмыцким народом, и ему нет оправдания, нет прощения, и он должен понести заслуженное наказание. Второе. Преступное деяние Штыгашева не имеет срока давности. Третье. Обратиться с требованием правоохранительные органы и суды Российской Федерации о привлечении гражданина Штыгашева к уголовной ответственности по статье 282 Уголовного кодекса Российской Федерации в
возбуждение ненависти либо вражды, а рано унижение человеческого достоинства. И по статье 1 Федерального закона о противодействии экстремистской деятельности. Четвертое. Гражданин Стыгашев должен немедленно отправлен в отставку занимаемого поста. Пятое. Все материалы направить правительству и президенту Российской Федерации, а также международные инстанции для принятия мер по исключению подобной провокации в отношении нашего народа. Вердикт окончательный и обжалование не подлежит. Кюнгидже Толхамбиши. На этом ЗАРГА, Общественный суд Калмыкии, заканчивает свою работу. Спасибо за внимание.